Всем привет, друзья! Сегодня в нашем новом уроке мы расскажем вам, как быстро и эффективно защитить стекла вашего автомобиля от загрязнений и воздействия окружающей среды. С вами снова школа Graz Auto. Для защиты стекол вашего автомобиля существуют специальные составы, которые образуют невидимую пленку. Дождь и грязь не задерживаются на лобовом стекле, скатываясь с обработанной поверхности. Перед нанесением необходимо тщательно очистить и высушить стекло, не оставляя разводов. Нанесите средство на стекло. Равномерно распределить его по поверхности вертикальными движениями с помощью губки. Подождать 5 минут. Отполировать стекло сухим бумажным полотенцем или микрофиброй, не оставляя разводов. Обработанная поверхность дольше остается чистой и легко очищается водой. Не трогать стекло руками и не применять другие химические средства в течение суток. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментарии, и мы обязательно на них ответим. Пока!